Еще раз. Фамилия, имя, отчество. Трофим Дмитрий Игоревич. Откуда родом? Санкт-Петербург. Украина силовых güvvələri işğalçı resursunun daha bir əsgərini əsir götürüb. Həbsxanadan buraxılaraq cəbhəyə göndərildiyini deyən yaşlı əsir komandirləri tərəfindən atıldığını, hətta yaralıların döyüş zonasından çıxarılmadığını bildirib. Приехал сюда. С откуда? Зоны? Зоны. Сколько вас человек приехало? Ну, сюда мы приехали вот на это место, сюда значит, зайти 100 человек. 100 человек. Вчера заходили группами по сколько? Две группы по 50 человек. Вот в эту деревню. Одну с этой стороны, другую с левой, одну с правой, правильно? Ну да, параллельно. Так. Параллельно шли. С лесополос. Что у вас было на вооружении? Автоматы. Там, в отделении по пулемету и по РПГ. Куда оттягивали раненых? Мы должны были куда-то оттягивать, но нас вообще даже вот мы не оттянули. Вот меня не забрали. Разбежались все. Ну была какая-то точка, куда вас должны были оттянуть? Должны были оттягивать, а дальше командир должен был говорить, куда именно. Командиры с вами заходили? Ну да, вот там была рация у командира. Он должен был уже дальше координировать действия, но мы об этом не знали, что куда дальше. У вас техника с вами заходила сюда или вы пешими? Пешими? Да. Thank you.